Зачем ты ходил с флешкой? Потому что у меня вот человек, Юрий Михайлович, сказал, берите флешку, пойдем, будем смотреть. Значит, когда пришли к одному человеку, он сказал, что ту запись, которую записывали мне, хотя были микрофоны, там на ноутбук записывались, она записалась очень плохо, там очень много шумов и ничего вообще не понятно. Мы потом пошли, я говорю, подождите, мы ходили в серверную, записывалось все с самого кабинета в серверной записи, ребята. Вот. Говорю, там, оттуда предоставьте, пришли в серверную, там какой-то админ. Вот, он сказал, что, ребята, я даже не уполномочен вам говорить, есть она или нет. Без приказа начальства свыше. Начальства нету, начальство министр. Это только к министру. Эту запись только с разрешения министра нам могут предоставить. Нет, он в Польше. Значит, мне дали телефон, сказали, звоните в понедельник. В Польшу? И будем решать. Сюда, он приедет с командировки, и будем решать. Через неделю. Так что флешка пока пустая. И я очень сомневаюсь, что эту аудиозапись нам вообще предоставят. А мы в этом не сомневаемся. Ни хрена этой записи не будет. Чья флешка?